в Нижнекамске провели старинный башкирский обряд «Майский чай». Соседи всегда празднуют его в начале лета на природе. Старейшины рассказывают о полезных травах, собирают вместе с молодежью их, а потом заваривают ароматный целительный напиток. Майский чай – один из самых ярких национальных праздников башкир. Впервые нижнекамская диаспора отмечает его по всем правилам. Как и полагается, природа, угощения, народные инструменты и костюмы. Это уже почти забытый, но мы хотим его возобновить и показать своим детям. Это им вот сегодня в празднике они увидели много растений и познали природу немножко. По старинному обычаю в начале лета башкирские семьи собирают полезные травы. Взрослые рассказывают детям о многообразии лечебных растений и их пользе. Про целебные травы говорили, потому что сейчас все-таки мы как бы упускаем этот момент, и что уже таблетки глотаем, а ведь вот все под ногами, вот это все целебные травы. И хотелось бы, чтобы дети знали это и пользовались. А еще на празднике на самое красивое дерево завязывали разноцветные ленты и при этом загадывали желания. Дети просили здоровья, счастья и мира. Хочу, чтобы моя сестренка Жасмина была всегда хорошо рисовала. Хочу, чтобы моя сестра Эльвина гордилась мной. А я хочу, чтобы я, когда выросла, у меня... чтобы я училась в школе на одни пятерки. Праздник завершился чаепитием. Чай с майскими травами всем пришелся по вкусу. По словам старшего поколения, обрядовые праздники учат молодежь бережному отношению к традициям и культуре башкирского народа. Альбина Валиева, Артур Давлекаев, «Вести Татарстан» из Нижнекамска.